взял, расскажи. Вот. Уже тренер оказывается здесь. Походу нас кинули. Вторая лодка тоже уехала. Наша закончился бензин. Течение. Как дочка, парни? Конь на лодке. Братуха. Мужики, завтракать. Может быть, написать на нее help чем? Не даем. Лимитировано воду. Время 6 утра. 6 утра мы должны выехать оттуда. Мы проснулись. Завтракаем в Бамбу хостеле. Настроение боевое, уже неделю пытаемся понырять. Даже не так, неделю пытаемся добраться до моря. Да. Там. Вот они, плывут. А там на буй будет. Тоже попей. Да дайте его бить. Это плохо. Сильная отдача, да, урать? Ну примерно, то есть ты удерживал двумя руками? Да, старался давить вот так вот, держать. И что, все равно? Все равно прям как дала, то есть надо как-то привыкнуть по-другому. Мелочь есть! О, да. Зашкаливает, пацаны. Сань, подай. Понятно.
Да, мне так. Игорь, ну расскажи, что за расклад. Говори, все очень плохо. Что ты делаешь? Ты где ты что-то тут делаешь? Целая лодка пива уехала. Я думал, когда я тебе рассказывал в Москве про Мексику, что я был в жопе мира. Оказывается, там было все хорошо. Жопа мира оказывается здесь. Мы без еды, без питья, без питьевой воды. Нас привезли на какой-то остров, где нас должны были встречать все наши вещи, вся еда, весь алкоголь. Ничего нет, лодки нет, кафе на этом острове нет. Нам попить и поесть нечего, выпить тоже. Организатора найти никто не может, куда он делся, неизвестно. Но рыба-то есть? И рыбы нет. Есть по всем подозрениям сломанная рука. Райф рулит. Парни, пойдемте кокосов попробуем сорвать, пока светло. Хоть что-нибудь попьем. Вон, он потащил кокос. Походу нас кинули, вторая лодка тоже уехала. Вообще, в общем, мега жесть. На ней все наши вещи, все сумки, вся снаряга, все, короче. У нас ничего не осталось. Мы где-то на острове Каиба. Мы ехали сюда 4 часа. Короче, полная жопа. Зато красиво. Это единственный плюс, здесь действительно красиво. Бабочки летают. Бабочек много. Видел, сколько их много? Mm-hmm. Океаном там летит. Да, такую подставу я никогда еще не, и даже не представить себе не мог. Завтра мы отсюда уедем, Саша. И все наше бухло, и все нашу еду принесут сюда в кафе. И будет кафе. И будет и алкоголь, и еда. И винцо. Ой, да ладно, парни, расслабьтесь, а то все живы, бля. Это единственное, что у нас... Нам... Здоровы, но хотя бы все живы. Да, хотя бы все живы. Ребята, мы сейчас будем варить рис, делать на том барбекю тех убитых нами рыб. Воду мы пьем уже из-под крана. Нам рассказали, что она судебна. Мы уже все попили, посмотрим. Выживем, нет, Петро. Вот у тех добродушных американцев, сидящих за тем столом, мы взяли репелленты и все набрызгали, чтобы нас не сожрали эти мелкие твари. Ну что, батя местного гида выехал сегодня чуть-чуть позже на 3 часа, чем мы выехали. И может быть он сегодня еще приедет. А, то есть дозвонились ему, да? Первые хорошие новости, номер один. Мы дозвонились? Ну что-то такое, да, они выехали там куда-то, то ли позвонили, то ли еще как-то просимофорили. По крайней мере, парень сказал, что батя позже выехал гораздо. У них рация была. О, у нас еще хам остался, да? А? Есть еще ветчина. Точно. Смотри, вода упадет, не держи. Я вот здесь. Я здесь. Не кондиционером что-то просто. Это весь запас. Весь запас наш НЗ. Все, что мы взяли с собой. У нас есть ложка. Мы можем заточить ее и убить буржуев. И съесть все их. И выпить. И выпить алкоголь.
Они сидят весь вечер живут. Это на 7 мужиков. Не, ну они хорошие, видишь, репеллент дали. Кстати, и все. Это учитывая, что ты им сказал, что у нас вообще ничего нет. Да, да, мы остались. Не знаю, я бы, наверное, еще вычеркнул, даже я добрый. Ром, пили. Ну, вот. Ну куда ты отодвинул? Как-то так. Как-то так, да. Слушай, я уверен, что ты нам говорили рис? Угу. Я 3 раза переспросил. Вот этот вкусный. Приятного аппетита, ребята. Ни в чем себе не отказывайся. Сколько рассказов было, что надо флешер подергать, а потом туда завернуть, что никто это не сделал. Смотрят на нас и просто не могут понять, что почему. Я не ответил, мы молодые застряли без бензина. Прекрасная организация. Организация на нуле. Организация на нуле, как всегда, ничего нового. Нас предупреждали, понадобился, закончился бензин. Ближайший берег, покажи, Саша. И дождь. Честно, не работаешь. Сеня, я там мент. Да ладно. Не видишь, мы пули макать. Я и Павел. Организация на нуле. Мы ехали, у нас кончилось. Не, сейчас мы, у него же байки. Эй, куякан, мы чё-чё китая? Развесимся, наверное, что-то будет. Павел, это там мой салан, чавы. Может, какая-то специальная ракета была у них, что ли? Помогите! Только на полоту лау, Павел! Потому что идёт спасать как план. Там финал! Смысл тогда дергать? Если нет бензина, что дергаться? Просто перегорки. Не, он хочет лодку отвесить. Это папа-япа. Эй, балдала. А рация это есть рация? Машите руками, блядь. Рация. No? No radio. No? Он говорит, зачем он сцена? Он говорит, машите руками. Ну что толку? Нет, Вань, ну как тебе? Зашибись. Да. Поели рису, да? Вкусно. Как раз. А рыба есть зато. Да, да, поели рыбу. Махайте руками. Идет спасалка. И запасного бака у них тоже нет, видишь? Абриталота! Дебилы, сука. Блядь, до Сузуки бы шел. Хотя бы вон-то меньше живет. Ебать, блядь. Ебать, блядь. А? Не, надо взять в руки и помахать, я думаю, будет видно. Возьмите полотенце какое-нибудь. Давай буем, берите буй, махайте буем. Я там, а я на кассету. Это здорово, сюда. Махайте, пацаны, в полный рост вставайте и махайте. Вот так вот весело, не фонарь, такой веселый жизнь. Это за мой. Ром, смотри, там рыбу не показывают. А? Фабиан? Да прыгайте. Пито де ке, я не се куча. А у него фар сверху один. Махайте, мать вашу. Это капри, да? Да все. Веселая будет ночь. На груза. Ой, на это положил груза, блядь. На ласт. Что будет хуже? Остаться без бензина, без рации и без еды. А главное, без еды. Темнеет, пацаны. У нас час еще есть, блядь. Ну травотынину вы. Не знаю, как у нас насчет рыбы, но приключений у нас точно хватает. Реально, каждый день какой-нибудь заплет. Не знаю, с чем... Вчера дед попал. А пацаны, не знаю, с чем они у тебя завтра будут, да? Не будет спасать они конфигурации. Если он мимо пойдет и даст нам бензин, все, вариант снег. Сами себе не могли спасти, даст и потом на бензин. Так, парни, экономим воду. Ну как можно, вы мне можете объяснить, я вот не понимаю. На что они надеялись, на авось? Как уже закончится бензин, как у этого судна не может быть рации? Как может, блядь, на авось русский, я понимаю, но не панамский авось. Слушай, русские нормально ходят. На самом деле, да, у них хотя бы показывают датчик топлива. Не, я просто к тому, что одно дело закончится бензин на Волге, да? Тебя прибило куда-то там. А мы в океане, просто вообще в океане. Не должно быть, закончился бензин, всегда есть второй бак. Ты рассчитываешь на первый, на всякий случай, у тебя всегда есть второй. Нет, есть ли у рация, есть? Потому что так же нельзя.
Почему нельзя? Просто градусы. Кричать надо. Ну морской нельзя пользоваться. Какие-то правила есть. А вы парке, парке. Парке, койва. А вы парке, койва. Проходите в канал. Он знает, какой канал. А вы парке, а вы парке, койва, парке, койва, парке, койва. А я парке, койва, парке, койва. А у нас ни дня без приключений. Не скучаем. Каждый день новости. Парке, койва, парке, койва. А завтрашнем мне страшно подумать. А завтра обещали тонцов. Лусы, койва, там и. А ver qué lancha me escucha por ahí, quién me puede copiar por ahí, cambio. A ver, parque, coiba, parque, coiba. A ver si alguien me escucha por ahí, estamos fuera de Punta Hermosa sin gasolina, a ver quién me copia, cambio. Спустя 5 минут ремонта, что-то в трюмечке, я не знаю, что они хотели там взять, они взяли весла и начали везти. Это километров 10, наверное. Игорь, что у нас там говоришь с организацией? Организация на нуле. Ниже плинтуса. A ver quién me escucha por aquí, a ver quién me puede copiar, a ver quién me escucha también. Че хуйня заниматься веслами грести, ну это пи***. Это хуйня полная, это абсолютно бесполезно. Просто абсолютно бесполезно. А вы парке. Идиоты. Ну корабль шел, что он не мог по рации с кораблем? Ну, это раз. Другое, а что, нельзя какую-то сигнальную ракету держать в лодке? Бак стрельнул, все те увидели. Ой, vamos hablando, porque Tom debe saber, y él nos manda una panga ahorita buscando, vaya. Porque así no lo veremos, ¿me entiendes? Что он говорит, бью быстрее. Да-да-да, так и есть. It's useless. The boat is too heavy. Hay que hacer todo lo posible por pagarlo para allá, porque nosotros tienen que pagar una paga. Что-то делать, блядь. Ничего не надо делать, блядь. Подойти, куда будет тянуть, туда и нас утянет, все. Может, костер прибьет. Надо понимать. Просто мы к чему идем? Потому что здесь только могут катера пройти. Вот так они ходят, да? Они вдоль на остров, да, все. А там все пи***ц. Чунул у нас туда, туда, все, это пи***ц. Там не ходят лодочки никакие. Никто там не ездит. Через час будет темно. Грести придется. Короче, через час, через полчаса уже все темнеет. Может, досками попробовать погрести? А они сломаются бесполезно, они барбарсы слишком большие. Спустя час гребли, меня вспомнил панамцы. Панамские панамцы. Ветер поменялся на солнечный лад. Это океан. Нормально здесь. Пока что делаем, вообще честно. Я бы, ребят, ночью подошел бы к берегу. Конечно, нужно попытаться к берегу подойти. Там есть пожрать. И там можно заикариться. Ром, ну давай тогда. Серый, подожди, не греби, Роман сейчас повернет, он все, давай. На море. Решки на остров, часть вторая. Ну и как? На остров, а? Не вылазить. Да не вылазить, хотя бы около острова пришвартоваться, чтобы нас не утянуло. Ну, блядь, около острова это все-таки, это не в океане. Красивый закат. Красивый закат, и Рома гребет. Вообще, просто Рома, будет у тебя фотография такая. Я не вижу закат. Интересно, если бы америкосы попали в такую ситуацию, что бы сейчас было? Что, не получается развернуть, да? Лодка и молодка. Ты вот сейчас гребешь одной стороной, она даже не разворачивается. А? Лодка даже не разворачивается. Я хочу приплыть к суше. Лодка разворачивается. Куда они хотят приплыть? Я хочу приплыть к суше. Dale, dale duro, que se está virando. ¿Cuál? ¿La gruesa? Pásame eso ahorita. Chene, ¿verdad? No, bien, ¿no? Esa la quiero dejar para arriba para que no se vaya a reventar, ¿me entiendes?
качает. После двух часов гребли, вот еще и сюда все веревки, которые у нас есть, чтобы якорь. Глубина здесь 200 фитов. Треба! La manina esa. Cosa va de último? Which way? Which way we have to go? Which way is current? Para aquí. Ese que han смотри, какой злой. А за этой? За корриente viene del. Что зло? De leche. ¿De dónde va? La cabe. Это течение. Вот от острова? От острова, да. От острова? Ничего не понимаю, что происходит. Ну, вроде как течение. Чтобы надо самую слабую веревку вниз поставить. Потому что если мы якорь пьем, то с самой слабой веревки. И у нас останется остальная. No ponemos esto. No, 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 no. Aquí. Son los grandes. Y ya, creo que shock, y son los mismos. Y de verdad. Un poquito, ¿no? С якорем и веревки. И грузом все. Короче, охота у нас точно закончилась. Знаешь, за ногу сейчас я не утащила, Миша. Не хочу этого толстого есть. А утро. Они навязали столько веревок. No, no, nada, que yo tengo solito. Eso, cuando vamos a tirar eso, nada más se tira eso y la manila. Как ночка, парни? Вот ночью и надо было снимать. Лай, как тебе ночь? Зашибись ночь. Ты где спал? Это знаешь, как называется? Я не спал. Лодка день второй. Я ночевал. А что нам рязанцев скажет, Игорь? А что, третий или какой у нас? Четвертый день в Панаме, второй день на лодке. Первая ночь на лодке. Прошла спокойно, без эксцессов. Вай, ты скажи. Как ты нашел этих панамцев? Они его сами нашли. Сколько ты там, говоришь, часов в интернете посидел? Мне кажется, Ваня на откате. И по-другому тут никак. Панамцы, они... Они сплоченная нация, все одинаковые. Вот остатки воды. Может, зуб почистим? Есть кого щетка? Или это роскошь в наше время? Андрюх, ну как тебе приключения на виражах? Пока справляемся. Мне нравится оптимизм, да? Ладно, все смеются, все хорошо, якобы. Один Ванька грустный. Храпил всю ночь, падла. Ром, как в Дипмастере? Тепло спать? Да-да, я хотел тебе сказать, что Дипмастер отличный костюм. Он меня грел всю ночь. В следующий раз возьми на два размера больше. Чтобы меня покрывал полностью. Вот ножик хороший. Продухло. Надо, да не протухла она здесь, лед был. Фу, а лед куда делся? Вы что, запах не чувствуете? Да это сам, это же без костей. Сначала кости, а это еще время. Да пожалуйста, вот там нож есть. Серьезно. Мужики, завтракать. Я хотел этого маленького попробовать, каранкс. А вот красненький. Как там? Не очистить? Да, вот маленький не очистить. А? Рома, вот да. Это хорошо не а у вас уже наточенные ножи, у вас не как у меня. Пацаны, шведский стол. Налетай, блядь. Ну, он канистру положите. Ну, какой? Вот этот каранксик. Вот этот, да? По-моему. А, он поменьше, типа?
Но он был поменьше. А дайте канистру, я порежу на ней, красиво. Вообще нету, да? Да. А вот в той-то же, в том контейнере тоненько, был, да? Пожалуйста. Залетели коршуны. Сразу хоп-хоп. А ты тоже хочешь? Да. Оператор. А? Нормально. Нормально? Ну нормально, жрать можно. О, какой вкус мне, интересно, снайпер вот какой. Блин, сейчас тошнить начнет. Это укачивать. У снайпера более бедный вкус. Но мясо более мягкое. А это кто? Каранкс. Да, а вот я его хотел попробовать. Салючис. Буду через силу жать. Ну ты посолись, тебе так не идет. Обкуни воду. Посоли воду, рушь. Кстати, нормально. Вкусно. Нормально. Нормальная хуйня. Я соплями подсолил. Если кому надо. Ну окуните этот кусок сразу туда. Вот. Не, ну далеко так как не шло, да уже просто. Далеко, да. Ром, порежь еще, пожалуйста. Мы были намного ближе. Есть охота. Мы четко видели корабль, проходящий вдоль берега. Сейчас его нереально даже увидеть. Подсоли, пожалуйста. В Норвегии бы такого не случилось вообще, в принципе. На самом деле, это расстояние это такое невеликое пока, ну, такое-то. Поселка. Что самая беда в том, что никто не ищет. Да. Моряк сидит сейчас и просто смотрит. А лед расстоял там окончательно, да? Да. Хочешь зажигалки пожарь? Ее надо сейчас нарезать. И завелить. Завелить, да. Кстати, да, хорошая идея. Без соли. В соленой воде просто. Ее выдержать. Вымочить там можно. Давай сюда нальем, может, соленой воды. Надо порубать ее, наверное. Мы последний раз, когда солили, протух у нас внутри. Ну, помнишь, какими? Мы вот такими. Протухли, да? Не, мы вот такими пластами. Вы плюс еще солили солью, да? Да. А мы вообще без соли. Да? Ну, а вода-то ну, какая соленая? Стухнет. Это мало. Попробовать затухнуть, выкинем, все равно она у нас портится до вечера. Ее надо тонко резать, да? Тонко, да, чтобы просолило. Мы же тонко порежем и до вечера сожжем. Она и будет так подвяливать за часик, уже готова, можно жевать. А как ты ее куда развесишь, что так разложить? Разложим. Олень. И повесим здесь. У нас леска есть. Можно, знаешь, на у нас есть леска, мы можем повесить. На горбу вот так надеваешь ее, и все, и держишь ее. Да. Сейчас за спасательный вертолет никакие деньги не жалко, да? Чтоб он облетел, сказал, вот они здесь, нахуй, я их нашел, блядь. Пришел катер, нахуй, зацепил, уточил на берег. Солим рыбу. Реально, мы солим. Пытаемся выжить. Койба, койба. Иди сюда, вот. Да, если черепашка всплывет, ебашим. Да, тогда не можем ебать, потому что у нас все течение. Надо быть готовым сразу взять лед, и с ним сразу прыгать. Да. 436 футов. Вчера 200 было. А сейчас сколько? 436 начал показывать. Колечко-то нам готово не стало. 436. Мягкое слишком, да? По волокнам прям распадается. Ну давайте на это раскладывать на канистру. Может надо выкачать сюда бензин, который есть. Может быть написать на нее help чем-нибудь. Сос. Не, его надо было растянуть пошире. Полно. По-другому не получится, а? Да что-то сложно по-другому. Чтобы вы понял, как флаг пошире его прицепить к рюкзаку. Ну, запасной бак. Ром, ну что происходит? Достаем GoPro твою с дна. Наконец-то мы его увидим. Зачем ты выкинул вчера? Тунцо. Потом смонтируешь большого тунца-то туда. Скажи, что это я его убил. Окей. Спасибо. За работу, за твою. Не советовали тебе не стопать. Все, вот теперь у нас прилетели. Привет всем нашим. Второе место. Работаем, думаем о чем.
Надеемся. Надеемся на скорейшее спасение. Здесь у нас комната отдыха, блядь. Вип-палуба. Грузов нету? Пожалуйста, чувак, не пойди, мы тебя сажать собрались. Серег, ну что ты скажешь? Так, все хорошо. Тепло. Тепло, да. Вода есть пока. Есть, не сильно охота. Ром. Да, рыба есть у нас. Да, да, рыба есть. Флаг тоже есть. Острова пока видим. А что у нас? Где ты можешь посмотреть по треку, движешься, ты не движешься, куда ты по треку, да. То есть вот мы сейчас начинаем грести, понимать, есть этот смысл или нет. Ром, what you doing? Ну, ты не спал, мне пришла в голову идея сделать тент. Что, потянуть еще? Да, с костюмом, ковриком, доски, всего. Да, давайте еще сюда. Мы сразу это не сделали. Мы ковриком махали. Ковриком махали раз. А что это только с этой? Ты прав, прав. А что вы там говорили? Марлины это произошло, да? Мы посчитали необходимый наш запас, рассчитываем на несколько дней, поэтому выдаем лимитированную воду. Сколько лимит? 50 миллилитров. Что, хватило на это? Нормально. Пьем маленькими глоточками. Черт. Оп. Что-то все больше и больше. Ну, грибцам побольше можно налить. Они больше энергии тратят. Да? Нет. Ну, вот этим двоим грибцам. Все грибут. Все грибут. Тем, кто в два раза меньше гребет, в два раза меньше наливаем. Согласен. Андрюх, ну как там? Хорошо. Там хорошо, да? Не думал. Я боюсь представить, что будет дальше. Что будет? Так и будем ударить. Что дальше? И дальше так 10 дней. Кажется, все-таки двигаемся, поэтому есть шансы у меня допустить. Я был бы рад, если бы мы доплыли до острова, вот это как бы будет. Не, было бы интересно. Пожрём, да. А на острове лобстеры, гребешки, ракушки такие вот, особо животных там, барсуки. Капканы, ну, будем ставить. Наше рыбу спасение, покажи. Как нам кажется, близко. У нас есть что с пивом, пацаны, точить. Она завялилась? Да, пусть еще будет. Не, она переворачивается. Пьем! А парни, как же пиздато, когда тебя спасают, а? Это просто ебанистические чувства, да? Ну что, можно за это выпить? Рома! Да! Бухаю! Я реально обосрался, честно, пацаны. У нас капитан ебан, то есть они слышали нас по рации. Да. Он говорит, ну вы не говорили, где он. А вы алло, алло, не говорите, где он. Мы погоняем, ищем, найти не можем. Она не доверена. Рыба готова? Мы как раз приедем и спьем эту рыбу, съедим. Вот как надо ездить, да покажи, вот две канистры с бензой у этого. Вот так вот ездят нормально. Газолин? Гуд. Слушай, а что они заливают? Залили бы, поехали. Да дольше будет, видимо, а это может нет, полную. Сосем. Подожди, ему не видно. Фига у нас шлюпка, да, такая? Саш, ты снимаешь это? Да, да, да. Пока. А что нам он не залил бензин? После того, как наши панамские друзья фотографировали наш катер в течение 10 минут, их осенило, что можно, закончившись двигателем с бензином, просто залить бензин и продолжать дальше на двух катерах. У многих людей русских возникает вопрос, почему это происходит только спустя 10 минут, после того, как они катировали. Нет, это все объясняет, почему все так получается у них. Бензин кончился. Они догадались заправить ваш мотор просто. Нашу лодку заправим сейчас бензином и на двух катерах пойдем. Идиоты!
два дня в лодке, это что-то. А как тебе ночь, понравилась? Слушай, я иду, и меня шатает просто по земле от того, что я... Мы даже тапки не забрали, да? Да, какие я вообще даже без тапки. Здесь оружие заберут. Вторая серия нашего приключения закончилась нашим чудным спасением, но не прошло и получаса, как началась третья серия. Захватом нашей лодки спецназом. Неизвестно еще чем. Люди в черных масках с чулками на голове захватывают нашу лодку. Там срулило. Не, да, организатор пошел за нами. Угу. Но если бы ты у нас в заповеднике, представляешь, находился с оружием. То есть, представляешь, подходит охрана заповедника, а ты сидишь около костра с оружием. А может пожрем, хоть успеем перед кутузкой. Сегодня нашли вот такого вот. Он, кстати, был там где-то. А ты можешь положить что-нибудь рядом, чтобы понять, какого он размера? Да вот банк. Палец. Злодей. Это двухлитровая бутылка, да? Ну какой шутер, смотри, нападает. Давай убивай его. Не надо никого убивать. А что с ним делать? Что, пускай живет что-то, ну хороший жук, он местный, он тут живет. Ты сейчас читаешь? Вот такую штуку мы встретили с утра. Она размером 30 сантиметров. Когда это было написано, 30 же, да? Сразу прописал проводку. Пиздец большой. А вы срались? Такие не видел, точно. Этот большой, ну, вживую, да, большой. Живой. А заберите его с собой, пацаны. Слушай, Игорь, что ты думаешь? Может, не прыгнуть в одежде? Зарыть там уже или на востоке? Здоровый! Ропа-пасапай. Отдай шнур, отдай шнур. Опа, нормально. Красава вообще. Хороший. Парго? Парго. Напе. Мой поэма. Где был-то? Хороший. Где взял? А, я с трипа свал был. Я что-то держался, заряжался, мотает. Я завис. Меня туда-сюда, карался. В этом, ну это такие ходят, ходят. И этот вышел снизу. На глубине? На глубине был? Давай. Хорош. Гарпун возьми. Человек. Да, Сергей. Él piensa que van a dar comida. Y si lo llamas Tito, más. Ten cuidado que te brinques. Рисковый парень. Papa Rusia en... Ah, en la mañana. Tenía como 5 días que se había ido. He llegado 15 minutos antes y había... Tito! Смотри, Tito, смотри. Передумала. Опа, я какого-то убил. Ну что там? Там, не знаю, куча окуней было, я их убил одного. Не, ну как, девчуха большая. Нет, да. Я не заметил, я тут плавал. Мелко, глубоко. Ну да. Ahora no está pues. Me calgo antes porque te pido. Me está yendo a otro. Red Sniper убил. О, хорош. Ром, подожди, в руках его подержи. На себя. Да я таких. Да я? О, красава. Стой. Все, красава. Три метра на пять вернул, а там их было стая целая. Я не знаю, там пять было. Класс, на 17,7. Снимай.
Подожди. Ну, десятка есть, не? Похоже на то. Отлично. По-моему, нет. Ох ты, нихера себе, тунец. Нет? Или кто ли? Или каракс? Кто это? Давай на камеру. Хороший вафу. Как взял, расскажи. Под водой. Лела пришлось убить. Ты его как? С одной руки захерачил? С левой, но. Красава. Алекс. Попал хорошо, геншот сразу. Молодцы, парни. Сколько килограмм примерно? Мне кажется, под 20. Под 20 я тоже. Доволен? Доволен. Красава. Майган был гиф. Ром, дашь рубё? Дай им райфовскую, они нам рубали. Райф. Сожрал, да? Себе ускорился, да?